Чудесный день подарила природа всем школьникам Ленинского городского округа. 1 сентября выдалось солнечным и радостным. На лицах учеников улыбки, а в душе волнение, предвкушение нового плодотворного года. Главное украшение любой линейки – первоклашки. По-особенному нарядные. В руках букеты порой настолько большие, что малыши их едва удерживают, но справляются. Момент ответственный. Я надеюсь, что все будет хорошо, радостно, и все будут учиться на одни пятерки. Это день учебы, веселья и много всего интересного. Мы узнаем много всего. Этим ребятам посчастливилось встретить новый учебный год в новой школе. Поистине инновационное учебное учреждение. Образовательный центр «Успех». Само название обязывает учиться на одни пятерки. Я думаю, в таких условиях и учиться будет приятно, и много заниматься, и к ЕГЭ готовиться. Так что предвкушаю, что все будет очень хорошо. Красная лента перерезана, а значит, образовательный центр официально открыт. Ученики проходят в кабинеты, где им предстоит провести лучшие годы своей жизни. Новые знания, друзья, впечатления. Для всех нас этот осенний праздник наполнен счастливыми воспоминаниями и добрыми эмоциями. Впереди увлекательный путь в страну знаний, новые возможности, новые перспективы, успехи и достижения. Новая школа в поселке Дрожино светлая, просторная, с удобной навигацией. Все плюсы оценили и дети, и почетные гости, которых особенно вдохновил актовый зал. Дети сели за парты, а чтобы первый учебный день прошел легче, каждый ребенок получил мороженое – специальный подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.